Да, с опозданием, но мы наконец-то начинаем наш концерт. Сообщаю, ситуация сложилась таким образом, что наш солист, который сегодня, Глент Крушетинский, должен был выступать, неожиданно заболел. Температура высокая, поэтому вынуждены были отменить его выступление, но при этом согласились любезно принять участие. Замена более чем достойная. Это солисты Ольга и Александр Данилевский. Они программу, что будут исполнять, сейчас скажут себе более подробно. По поводу перенесенного концерта, если будет возможность, объявим дополнительно. Ага, поэтому, пожалуйста, повторите. Прекрасно. Да, хочу сказать от себя еще, что сегодня утром мы с Глебом тут репетировали, и, в общем, все было прекрасно, и ничто не предвещало вот такого поворота событий. И очень обидно, и жалко, тем более, что он приехал из Москвы. Вот. И чрезвычайно мне неприятно, что он заболел, но всякое случается в жизни, поэтому мы вот резко, быстро собрались, и Александр, который на подхвате тут, сейчас даже исполнит одно из произведений, которое заявлено в программе Глеба, а именно чикону Иоганна Себастьяна Баха из партиты «Ре минор». Thank you.
Thank you.
часть нашей программы сегодняшней. Так вот сложилось, что мы в воскресенье с мужем играем очередной концерт из цикла «Все сонаты Бетховена» для скрипки и фортепиано. И так как они у нас рядом, близко, в руках, конечно, мы решили, что мы исполним две сонаты сегодня. И это будут сонаты опус 30, номер 1 и номер 2. Сонаты посвящены нашему, правильно говорю, да, императору Александру Первому, насколько я помню. Вот. Вообще это было принято, мало того, наши знатные вельможи, Разумовский и еще некоторые, они чрезвычайно любили заказывать у Бетховена, значит, произведения. И так вот есть квартеты Разумовского, да, Разумовскому посвященные, и он был заказчик. То есть он хорошо, щедро платил Бетховену, и тот мог вести безбедное существование какое-то время. Вот. Две сонаты абсолютно контрастные, сейчас вы это услышите. Вот. Соната номер, значит, вот один это будет ля-мажорная соната в трех частях, а седьмая соната, по счету как бы она идет седьмая, так опус 30 номер 2, до минор, излюбленная тональность драматическая Бетховена, и тоже, собственно, это говорит само за себя. Да. Перерывчик между шестой, да. Наверное, нет, сделаем. Нет, мы сделаем просто перерыв, да, между частями не хлопать, То есть понять, где наша деревяшечка, которую мы подкладываем. Теперь и без нее. Без нее, да? Ну ладно, прекрасно. Так что сейчас будет совершенно другой жанр, несмотря на то, что это Бетховен, но это ужасно, это камерная музыка, а не сольная. Вот, и, собственно, здесь два, можно сказать, два солиста. В значительной степени эти сонаты написаны для фортепиано, для скрипки. Можно сказать. Thank you.
соната Бетховена, опус 30, номер 2, до минор. Соната в четырех частях, вот, и чрезвычайно развернутый цикл. В общем, у него немного четырехчастных скрипичных сонат. Если среди фортепиано практически каждая имеет четыре части, много, да, вот, то скрипичные вот такими чертами не отличаются. И эта соната, значит, одна из такой, драматическую линию ведет. Вот, вот ля минорный, который номер 4, вот, переходит к до минорной, в дальнейшем к рыцаровой сонате, самой известной, которую вы сможете услышать через месяц, в конце июня. Да, да. Ну, просто потому что мы исполняем все сонаты, но не подряд, а ежемесячно там разделили вот этот цикл на кусочки. Итак, седьмая сонатка. Thank you.
Thank you.